все о том, что я буду рассказывать, находится прямо здесь. То есть не всем видами будущей памяти мы занимаемся, все объять невозможно. Но вот два мощных направления мы охватываем. Как о них я буду рассказывать подробнее. Так, технику уже заведена, так что мы уже начинаем. Вы на всякий случай так не можете представить, что скажите, сколько вы ставите там всех этих лабораторий. Если надо. Это позже, это по ходу дела там. Ну как возникло. Коллеги, я тогда начинаю. План нашего доклада будет примерно следующий. Я расскажу вам о текущем положении дел в этой области, в области энергонезависимой памяти. Потому что, чтобы восхищаться тем, что будет дальше, надо понимать, что есть сейчас. Вообще, про направление развития этой самой памяти. И дальше про нейромокное вычисление, что это вообще, что это такое заморное слово, которое сейчас все чаще и чаще встречается в обиходе. Наверняка многие слушали про закон Мура, про то, что все в интегральных схемах стремительно уменьшается. Но все это критический размер. Понимаете, так называемый по производству микросхемы. Так что вот до 2020 года, если все так продолжится, должны уже уйти куда-то на метры, доли на метрах, то есть непонятно, что же вообще будет дальше. И надо понимать, что критический размер, собственно говоря, это не есть размер функционального элемента, не есть размер транзистора, это ширина линии литографии, которая, допустим, может соответствовать примерно ширине затвора в транзисторе. Это плоские фигуры? Значит, это срез, это вид как раз сбоку. Это вид сбоку, то есть если кто знает, что такое транзистор, я попозже еще объясню, специально под слайдом. Ну, то есть вот затвор, сток и сток, а так сверху. Это толще вот этого кремля. Да. А что там за облачко посередине? Это контакт, собственно, верхний металл. То есть сам затворный поле из поля кремния, это вот срезанный контакт, который ушел в бок и дальше вышел опять же наверх. То есть если бы мы не смотрели на него сверху, мы бы увидели. То есть это более-менее современные масштабы сейчас? Да, это вполне современные масштабы. Сток и сток, затвор, и где-то вот так вот проходит срез, на который мы смотрим на автоцел. Про то, что такое транзистор, я сейчас тоже позже немножко объясню, чтобы было всем понятно. А здесь я хотел сказать, что... Верхняя строчка режется, так что ты, если что, а, понял. Там написано в следующем варианте, что критический размер — это не есть размер функционального элемента. А в микроэлектронике, на самом деле, важен не размер, важна площадь. Почему? Потому что все процессы групповые. Что делать один транзистор, что сделать их миллиарды, сколько на постоянно повесится, надо совершить одни и те же технологические операции. Материалов, в принципе, расходуется немного. И вопрос, сколько у нас будет элементов, сколько будет в итоге там, процессоров на одной пластине поместится и так далее, там, чипов памяти, зависит уже от площади, которую занимают каждый элемент или каждая готовая микросхема. А площадь зависит от физического устройства топологии. Вот, допустим, для транзисторов получается у нас 24-10 f квадрат. И просвет — это минимальная ширина микросхема. Минимальная ширина литографии нашего физического размера. Дальше. На пути к тому, что такое транзистор. Первый логический водопроводный элемент, с которым мы с вами сегодня сталкиваемся, это водопроводный кран. Открыли вентили механические, вода полилась. Закрыли. Надеюсь, что кончилось. Потихоньку человечество начало реализовывать то же самое с точки зрения электрических потоков. Начиналось все с вакуумной электроники, с ламп, когда у нас есть, соответственно, нить накала. Дальше каток, который за счет термоэмиссии, собственно, испускает горячие электрончики. Анод с притягивающим положительным напряжением, который, собственно, это электрона, пытается на себя привлечь. И если на сетке нет запирающего напряжения, какого надо должно быть знака, чтобы электроны, имитированные из катода, не достигли анода. Положительно. У нас уже дискуссия. Конечно. Можно проголосовать. Кто за положительное напряжение на сетке? Отрицательно, в общем-то, надежнее, но в принципе любого.
Если дать так положительный там, киловольт, то незачем. То электроны, конечно, прилетят и будут обратно. Да, но незачем. Отрицательно проще. Решили. Так вот, в твердом теле фактически идеологически все то же самое. У нас есть для полевого транзистора, соответственно, исток, откуда должны носители заряда имитироваться, сток, куда они должны попасть, и некий управляющий заток, которым в тонком слое, собственно, и может эффективно регулировать количество этих самых носителей, вплоть до того, что забирать так, анодная сетка на вакуумной лампе, как механический экран в соответственно водопроводном исполнении. Только здесь противоположного знака, наверное, нет. Да, ничего не получится. Здесь противоположный знак. Потому что там дилектрик. Да. Здесь для каждого носителя... Здесь дилектрик проблемы. То есть здесь должно быть для каждого типа носителя свой положительный закрывающий эффект, либо отрицательный. Но вот судя по возрасту аудитории, подробно рассказывать сейчас излишне. Лигировать и все остальное, про работу выхода, изменения в эфире, это мы все с вами безусловно про знаем. Про дырки, да. Не так уж и не скоро, буквально через год-полтора-два. Водопроводный экран, электрический, реализованный не в вакуумной форме, а прямо в твердом теле. Это очень интересная физика. И там правильная модель, которая описывает студент транзистор, включает в себя десятки уравнений по-настоящему. И соответствует качество параметров. Так вот, опять же, что есть сейчас? Наша оперативная память, с которой мы привыкли, компьютерная, обыкновенная, граф, так называемая, динамическая. Та, которая в основном у нас и работает. Реализована очень просто. Один транзистор, один конденсатор, который, собственно говоря, и хранит логическое состояние 0 и 1. Заряд там записан, значит, ну, пусть будет 1, но записан 0. Проверяет очень просто. Транзистор открывается и смотрим, потекло, не потекло. То есть он изрисовал метод разрушающий, потом надо будет не забыть перезаписать. Но это не самое страшное. Самое страшное, что обрезается, ну ладно. Самое страшное, что транзисторы никогда полностью нельзя закрыть, в отличие от хорошего механического экрана. Утечки есть. Поэтому получается, что у нас каждые 64 миллисекунды необходимо память обновить. Необходимо ее полностью перезаписать. Это, с одной стороны, приводит к тому, что если педаль включим, все сразу изгодится. А с другой стороны, на больших площадях, на серверных площадках, типа Google и так далее, треть этой энергии потребляется, даже если ничего вообще не происходит. Просто на постоянно перезаписываем кэша, который есть в памяти, в котором нет запроса. А это уже гигантские совершенно мощности и, соответственно, финансовые затраты и все остальное. Ну и в целом, значит, что нам важно здесь запомнить? 16-я степень качества перезаписи цикла. Это долго, это на скорости 10 наносекунд, это примерно, не знаю, лет 30 непрерывной работы на максимальной скорости, соответственно, перезаписи. Где лет 30? Ну вот, 10-16 делить на 10 наносекунд. На 10 наносекунд. 16 это ресурс? Это ресурс. Ну, если я ошибся, то в разы, а не на порядке. То есть это количество циклов, в течение которых подключить к работе? Вообще-то. То есть после этого произойдет деградация чего-нибудь электрофизических параметров, все просто все произойдет. Все. Угу. Скорее всего, конденсатор, который пробьется. Это потечет. Или, как здесь, не знаю, что это элементом, конденсатор В этом конденсаторе есть с чем утечь? Конденсаторы... Сколько это лет? Ну вот на скорости 10 наносекунд, по-моему, лет 30 или больше. Не понял. 64 миллисекунды — это время хранения. Это время хранения. А лет 30 это можно непрерывно его гонять с максимальной скоростью перезаписи. И после 30 лет он сдохнет. То есть это с максимальной скоростью? С максимальной скоростью. А если максимально, это соответственно... Как пойдет, да. Даже максимальный запас у нас хороший. И, значит, минус 15 степень потребления, то есть, в общем-то, тоже просто как опорная точка относительно этой мы будем сравнивать дальнейшее
все остальные виды. Там, по-моему, внизу еще, а ну, собственно, внизу как стерлось угле похоронения, которое не влезло 4,4 миллисекунды. Хорошо. Теперь, значит, привычная нам всем флеш-память. Как устроено? Под затвором уместили еще один амический от него развязанный металлический электрод, называемый плавающий затвор. То есть это у нас металл, диэлектрик и обратно металлическая полосочка. Дальше прикладываем высокое напряжение, 12 вольт, 15 вольт, сюда-сюда. Мы в этот диэлектрик загоняем туннельным образом через тонкий слой диэлектрика. Туннелирование – это эффект все-таки проникновения носителей заряда без прямого амического контакта через тонкие изолирующие слои. И таким образом, дальше, когда питание мы отключили, здесь остался заряд, который полем, опять же, мешает носителям зарядам, тем самым, допустим, электрочкам, из одной области бежать в другую. Вот так просто устроена флеш-память. Это тот же самый транзистор? Абсолютно тот же самый транзистор, который добавили еще один плавающий электродик. То есть у него вот этот стенд повыше стал. То есть у него не просто металл сверху, а два электрода, между которыми нет прямого контакта. Он просто толще металла заряжен. Совершенно верно, всего один транзистор. То есть это очень выгодное, очень хорошо миниатюризируемое устройство. Поэтому так лихо плотность флешки росла. Даже 50 примерно. Хотя не в обычной памяти, да, конденсаторы ставят над, это же покажу еще, потом над транзистором, чтобы площадь сэкономить. А где-то ничего ставят, не надо, на транзистор, все. Но! Есть некоторые трудности. Ну, во-первых, флеш бывает там последовательно и параллельно, там ног над, над это просто способ объединения в матрицу. То есть в обычной флешке, когда мы начинаем массив считывания делать, у нас находится в ноге в каждом пересечении одна ячейка памяти, а в данном их запихали целый массив, поэтому скорость чтения еще существенно понизилась. Последовательно считывать. А скорость чтения, ну, скорость чтения высокая, а время записи, обратите внимание, там уже не наносекунды, а микросекунды, миллисекунды. То есть на 3-6 порядков медленнее, чем наша оперативная память. Одна микросекунда, 10 миллисекунд, то есть 4 порядка разброс? Да, это зависит от самого от степени организации, собственно, данные это из дорожной карты развития полупроводниковой индустрии, от редакции 2011 года. С тех пор мало что изменилось с точки зрения определяющих вариантов, потому что там указаны показатели тоже. Дальше. Высокое напряжение перезаписи. То есть нам надо этот заряд туда еще выпихнуть туннельным образом. То есть не единицы, вот, а десятки. И, соответственно, если говорить не хитрым образом, а работать с одной ячейкой, то у нас на 5 порядков больше надо потребления на записи. И самое печальное, всего 100 тысяч раз ресурс перезаписи. А учитывая, что он еще на самом деле симметрически стирается блоками, когда одна из ячеек будет ему стирать, там может блок целиком быть заблокирован, все еще печальнее. Поэтому... Флешку, наверное, уместно было бы еще сравнить с жестким диском. У жесткого диска там сколько цепей? Там много. Я сравнил не с жестким диском, я сравнил с подобной там технологией памяти. Вот. У жесткого диска... Ладно, не буду брать. Вот правильно, замечание уместно. Я забыл сделать. Соответственно, 10.5, 10.4 против 10.16. Поэтому флешкам особо не доверяйте. То есть иногда пользоваться для как фотоаппарат. Скинули, соответственно, фотографии, вынесли куда-то, сделали замечательно. Пытаться гонять туда-сюда, пытаться на твердоактивных жестких дисках устраивать стабильное хранилище для себя. Очень получится. И вот поэтому во всем мире гигантские ресурсы вкладываются в
исследования различной экзотической физики, какой была экзотикой лет 10-15 назад, сейчас задача, конечно, технологические вещи, чтобы все-таки сделать устройство, которое совмещало все достоинства флешек, 10 лет хранения информации, а не там миллисекунды, и остальные параметры, желательно как можно ближе к динамической памяти. Тогда можно просто перейти на независимую память в качестве основной компьютера. В качестве, собственно говоря, замен и жесткого диска, и оперативной памяти полностью. Так называемая сейчас storage class memory. И еще один момент, собственно говоря, что важно для понимания такой ситуации, что у нас активные элементы могут быть расположены только в одном слое, только там есть полупроводник. В транзисторе, нужен полупроводник. Потом можно легировать, потом возникает носитель заряда, электронные дырки и так далее. То есть у нас работает только одна плоскость. В отличие, допустим, мозг не работает объем. Вот он кушает. Вот. Ну, если есть. То есть у нас работает одна только плоскость, и дальше над ним в стоит металлизации можно размещать там пассивные элементы. Допустим, вот, это конденсаторы. Такие толщины. Вообще, когда есть, то естественный интеллект лучше искусственный. Об этом будет. Даже будет понятно, почему. То есть у нас вот имеем называемые активные слои Random of Life и All, транзисторы. И дальше слои металлизации. Вот здесь вот видно с полуреальной микросхемы, здесь там 6 штучек, 5 казалось штучек. Все, что сверху, это разводка. Это очень сложный набор проводов, которые между собой должны соединить. Где там сам полупроводник слева-справа? Значит, здесь полупроводник вот. Вот эта подложка пошла, вот это пошли карманы легирования. То есть это стоки и стоки. Здесь затворы. Карман легирования это что такое? Это то место, куда мы добавили примесей третьей группы, либо соответственно пятой группы, чтобы стало побольше носителей электричек или электронов. А справа? Справа это скол, то есть микросхема, то есть вот здесь вот остались транзисторы, вот конденсаторы, а вот эти все линии, которые мы видим, это линии металла. Это линии металла, которые вот пытаются соединить в нужной последовательности между собой активные элементы. Ну вот эти вот, тут там внизу какие-то точки, это кто? Это вот эти точки, это вертикальные контакты транзисторы. Первый слой. То есть слой полупроводниковый, он один, да. А на нем достаточно сложная паутина проводов. Совершенно верно. Потому что все пытаются упаковать как можно плотнее все. Все гонятся за экономию площади. Буквально там сложнейшая паутина. Так вот. Все уже упирается там в нанометры, единицы нанометров, десятки нанометров, современная литография, размер атомов. Это все ужасно дорого. Нанометр это 10 ангстрем, а 1 ангстрем это диаметр атома водорода. Как это? А счастья нет. То есть, у атома кремния какой диаметр? Параметры решетки между ними 0,31. Параметры постоянной решетки, диаметр атома не помню. Ну, можно считать, что вот это и есть диаметр. Ну да, то есть это. То есть 0,1 разных толщины. Соответственно, а счастья нет. То есть память такую идеальную, которая была бы быстрой, но независимой, не получается. То есть дело не в нанометрах. Поэтому родилось два направления. More than more, то есть больше, чем more. Не надо там гнаться за размерами. Давайте искать внедрение новых материалов вообще, как бы для того, чтобы новой физикой образовать все-таки полезные потребительские вещи. И еще более радикальное, называемый beyond SMOS. То есть SMOS это сложный металлооксид полупроводник, по-нашему КМОК. Так вот, скрипач не нужен, полупроводник не нужен. Это вот такой вот некий глобальный общий тренд, попытки отказаться от использования полупроводников вообще, и тогда нам можно работать не на одном низком слое, а во всех слоях металлизации, во всем объеме. Хотя бы, ничего не мешает, только их один слой можно сделать. А почему только один слой? А как дальше? Это стальное напыляет, а полупроводник... А проводник его напыляет. Да, полупроводник – это монокристалл. И он должен быть как можно более идеальным, потому что любые неидеальности очень резко уменьшают подвижный заряд. Сопротивления на самом деле нет.
в идеальном кристалле, меня может поспокоят коллеги, вытекали мое мнение, всего сопротивления на примесях, фанонах, то есть колебаниях решетки на неидеальности. Если бы все стояли атомы ровно и неподвижно, то была бы сверхпроводимость всегда везде. А фаноны это не идеальность, это просто температура? Это температура. Температура, которая исказила решетку в локальном колебании. Вот тоже только для электронов определенной энергии. Ну конечно, да. В разумных пределах, да. Которые не искажают. Значит, как получается полупроводник? Вы на этот самый кристалл наносите примеси, да? Да. А потом, наверное, его греете, чтобы совершенно они фундировали. Совершенно верно, да. Вот если вы второй раз будете греть, то те примеси, которые вы нанесли в первый раз, расползутся туда, где их не должно быть. Это технологическое увеличение, в том числе. Поэтому, когда говорят о 3D-стеках, это берут просто несколько пластинок, утоняют и пытаются друг друга влепить, сверлят буквально сквозные контакты и прочие вещи. Ну, соответственно, утоняют их, ну да, до сотни микрометров, не знаю, может быть, там уже сейчас чуть тоньше. Но это не та площадь упаковки, которая может соперничать с нашей. Так вот, значит, сегодня мы расскажем про следующее управление развития памяти. Магнитно-резистивная, память на базовых переходах, ферроэлектрическая, в западной традиции по-нашему должна быть сигнально-электрическая память, сигнально-электрики, и резистивная память, ну, быстрая. Так. Значит, привычная для нас всех энергонезависимая память и самые жесткие диски. Вот единственное, я параметры, конечно, не забыл смотреть и написать. И если вы помните, то в 90-х, в конце 90-х годов резко произошел скачок емкости жестких дисков. То есть было там 100 мегабайт, 200 мегабайт, гигабайт, ой, как здорово. Потом резко там 10, 20, и сейчас уже вообще это не безлимитно уже. Почему так произошло? Потому что промышленность внедрили в производство эффект гигантского магнитного сопротивления, открытый там в конце 80-х годов. Мы выступим за него уже довольно быстро. Это изменение сопротивления, причем на самом деле гигантское, это означает всего там на десятку процентов, в слоях ферроэлектрик и обычный проводящий немагнитный материал в таком стеке. И зависимо от того, как ферроэлектрики, ферромагнитики, конечно, извините, ферромагнитики поляризованы, всенаправленно вот эти тонкие слои или в разные стороны, сопротивление при перетекании тока через эту структуру меняется значительно. Таким образом, устроены головки жестких дисков. Вот этот пирожок летает над блином магнитным, у него в доменчике расположено. Один слой у нас отвязанный, который под этим полем домена перемагничивается. И дальше, если он совпал с референсным слоем, более верхним, то у нас сопротивление стало этого всего, этого пирога меньше. Соответственно, не совпал, перемагнитился нижний, сверху не совпал с сопротивлением, резко возросло. Вот на этой вот физике, за которую данный мистер Кремер, позволяет нам сейчас уметь вообще не думать о жестких дисках, а не знаю, сколько гигабайт. Много. Но это все-таки механика, это все-таки довольно медленно. Тем не менее, почти готово к внедрению. Даже в Москве Роснана собрала строить завод, хоть и бешеную компанию, не знаю, что получится, по производству магнитно-резистивной памяти. То есть люди над этим аналогиями не давалось, давайте значит, то же самое делаем, все, только без блина вращающегося. То же самое немножко по-другому получается. Это эффект туннельного магнитного сопротивления, когда у нас есть два магнитных слоя, ферромагнетика, и между ними все-таки заряд. Это вот этот красненький и зеленый. Да, красненький, зеленый, магнитные, то есть опять один свободный, другой, соответственно, референсный, как-то жестко зафиксирован. И между ними туннельный барьер. Это опять тоненький слой. Директор. Вплоть до 1 нанометра. При этом на магничность. Компания, вот, которую собираются строить, они меняют просто на время. Просто вот
нагрел верхнего свободного электрона выше точки Кюри. То есть таким образом его стирают. А какая там точка Кюри? Ну, не такая уже высокая, то есть там десятки градусов. Десятки, то есть на десятки градусов выше комнатной температуры. Ну, поэтому локальным, буквально локальным разогревом они это дело перескакивают. И в результате мы имеем, с одной стороны, все еще большую ячейку 20 тех, но в перспективе, вот как видны пути, уменьшить ее количество размеров. Уже сейчас количество циклов перезаписи больше, чем 212, но еще не супер, но это уже десятилетие. Увеличенное потребление, хорошее время перезаписи, долгое время хранения. Минус, все-таки сложная технология, много слоев, магнитная, не магнитная, но уже проще транзистора, хотя транзистор по-прежнему нужен для того, чтобы делать выборку переключения между матрицами, чтобы адресоваться. Но это похоже не для условий жаркого климата. Вентиляторы побольше, они, оно все уже там греется. Как, если 50% заработает транзистор в процессе в современном, одновременно, системная вентиляция не выдержит, он сгорит. Так говорит. Ну, просто если этот блок памяти там забыл в автомобиле на санцепёке, то он уже весь стерся, если там десятки градусов. Ну да. Пожалуй, так. Если, с другой стороны, там, конечно, сверху еще диэлектрика, много защитного, микрометрия, куча вещи, но на сковородке все можно испечь. А это так, в России? Нет, нет, в России просто купила у французов, Роснана внедрила, купила у французов технологию лицензию внедрения. А технология уже отработана? Чего его знает? Это же такое дело. Ну, знаете, а сами французы это в серию запустили? Еще... Нет, в серию никто не запустил. Тогда вот, это не первая вещь, которую Руслан собирался сделать. Это да. У технологии это дело такое. Технология — это особое искусство, когда все должно получаться одинаково и хорошо. Это как вот физики приходят, вот министр электронной промышленности СЭП, когда была в рассвете еще там 50-е годы и прочее, и все с физиками так общался, говорит: здравствуйте, теоретики. Какие же мы теоретики? Там экспериментаторы, там эти делаем очень. Я говорю, вот в цеху там экспериментаторы. А мы все так теоретики. Поэтому технологии — это сложный, долгий и другой вид спорта. Совершенно чем придумывать. То есть потом запустить, чтобы. Почему он не работает? Наверное, нет. Психология нужна другая. Чтобы раз за разом повторять, добиваться одного и того же воспроизведения вот, в масштабах там, миллиарда одинаковых структур. Нам станет скучно. Точность. Да. Аккуратность, нежность, соответственно, контроль света и так далее. Вот. Ну, нежность дело не скучное. Это да. Тем не менее, то есть прототипов полно, мегабиты сделаны, а вот именно завода, чтобы на коммерческий запуск, нет, пока нет. То есть параметры должны оставаться стабильными от серии к серии. Учитывая того, что там ячеек, там триллионы и прочие вещи, у каждой одинаково. На больших блинах. Так. Ну, если построят, мы об этом быстро узнаем. Дальше. А вот что это за грибки? А? Вот это вот белый фон, это что за среда? Белый фон. Который? Ну вот слева у вас грибки нарисованы. Вот эти. О, это грибки. Ага, соответственно, это память на фазовых переходах, на изменение сопротивления тонкой пленки, когда часть кристаллизуется и, соответственно, амортизируется обратно. Это, кстати, к предыдущему слайду тоже относится. Там тоже было что-то там нарисованное, типа грибка, и были какие-то белые остались неподписанные области. Вот, да, здесь. Слева. Слева? Ну да, вот. То есть все это в какой-то среде находится. То есть вот там вот. А, это? Вот эти вот белые кубежуки? Да. Оксид кремния. Диэлектрик. Просто диэлектрик, да. И здесь тоже. Здесь то же самое, да. Просто как пассивный диэлектрик.
Чаще всего, ну, так, сложнейшим остеклением, но самому. Соответственно, это частичная кристаллизация, частичная морфизация петрогенида. То есть, допустим, там, гигмани, стилиум, телу и подобные вещества. ГСТ. То есть, фактически, глизистое изменение сопротивления. А где он тут сам? Вот он. А соседний грибок это то же самое или это... Соседний это фотография. Нет, вот там слева. Ну, и... то же самое, да, только один здесь как бы обмохнет целиком, другой как бы частично кристаллизовался. То есть его нагрели, он кристаллизовался. Желтые это проводники? Желтые это проводники. Нагрели, кристаллизовался. Обратно электрическим полем. Почему-то. Вот его сделали. А вот эта память в этом году пошла коммерческий запуск. Компания Micron, которая не российская, а зарубежная. Как я правильно читать, вот это вот запустило. Где? Франция, по-моему, Европа. Фабрика европейская. И у нее параметры следующие. Высокая комплекс упаковки. 10-9. Ну, конечно, еще отстаю. Но тем не менее. Время перезаписи сотня наносекунд. То есть это дальнейшие разработки еще не бессмысленно, то есть есть куда еще расти, но это то, что как бы все уже коммерчески доступно становится, дальше с него можно еще их выжимать или будут выжимать, но это то, что сейчас потихоньку флешки начнет теснить с рынка, потому что все здесь симпатично. Анонс был буквально там месяц назад, где месяцы это меньше там трех. В том, что это коммерческое запустили. Что это все уже теперь не новая память, а уже мейнстрим. И это достоверное сообщение, да? Да, это как раз внутренние конференции между собой. Кто в индустрии участвует. Нет, то есть здесь данные они все как бы из WordMap приведены, которые чужие. Это все достоверно, это сообщество между собой общается. Даже не статьи, а то, что проверено 10 раз и вошло. Специальные их там библию, которую они сами себе издают. То есть RedMap это раз в два года выходит прогноз, самый сбывающийся прогноз развития индустрии. То есть они вот сами себе ставят заводы такие майнстоуны, куда двигаться, как по-моему решать. Причем наполовину стоит так, что там на год-два вперед все понятно, как делать, на года еще два вперед, наверное, получится, и дальше известно, что надо сделать, как непонятно. То есть на пятилетку считать не умеют, а на два года умеют. Да. Два года все, остались только технические проблемы. Осталось только как бы вложить миллиард долларов и 10 тысяч лаборантов, и они технологов, которые дошлифуют процесс до конца. Дальше нужны физики, а дальше нужны гении. Но, тем не менее, как прогресс, этот прогноз с коррекцией, он лет 20 последний работы. То есть гений находится. Это не совсем прогноз, это часть это прогноз, а часть плана. Совершенно верно, такой план. План. Вот поэтому это называется. Теоретическая память. Значит, вернемся обратно к обычному нашему DRAM памяти, динамической памяти. Один конденсатор, один транзистор. Проблема в том, что с конденсатора заряд утекает. А давайте мы поместим в отплату конденсатора ферроэлектрик или сигнетрик по-нашему. То есть то, что можно поляризовать. Материал. Поляризация никуда не утечет. Мы заряд разделили, конечно, где-то там плюсик, где-то минусы в двух окладах, но это как бы виртуальное существо. Все осталось нейтрально и никуда уйти не может. Ну, более вопрос, если мы этот сигнетоэлектрик поляризовали, то на одном... Более-то во мне он дает. То на одном торце у него плюс, на другом торце минус. И из окружающей среды на один торец осядет минус на другой плюс, и не будет, и снаружи не будет видно, что он там внутри поляризован. Понял? Снаружи поля нет. Есть. В этом есть смысл. В одном случае, спасибо. Расскажу подробно. Снаружи, да, в одном случае, снаружи, в одном случае не важно. В одном случае снаружи поля нет, когда он используется в качестве отладки в конденсаторе. И, соответственно, мы просто деструктивный механизм считывания, мы пытаемся его перезаписать. И в одном случае нам понадобилось, если мы перезаписываем то, что они куда-то поляризованы одно количество заряда,
В другом случае другое количество заряда. Мы, соответственно, мы должны были его перевернуть. Заряд то, конечно, то. Подключение, в другом случае другое. И обратно потом, когда пытались считать, мы должны обратно его установить. С этой разрушающим позитивом. Другой вариант. А что там рядом делает вот столбик без этого, без сигнета? Это шина слова, то есть как бы шина строка, адресная строка. То есть одна строка, от нее торчат столбцы. Угу. Это вот адресная строка. Второй вариант использования оперативника, еще более оптимальный, это уже аналог флеш-памяти. А возьмем теперь, поместим ее, этот сигнатилетик, на место плавающего запора. Вот так, чтобы как раз его поле доходило до канала приводимости, и его либо запирало, либо открывало. Прямо его над каналом размещать. Значит, с одной стороны, этой памяти уже лет 15 и больше. Потому что компания... Сегмент электрик. Сегмент электрик. Тот, который поляризируется. В отсутствии внешних фон. В отсутствии внешних фон. Все исходят поляризацию к отсутствию внешних фон. Но, обратите внимание, материал ПЗТ, с детонацией была свинца, СБТ, бар и прочие вещи, это экзотика в электронике. Это очень тяжело интегрируемый материал, тяжело встраиваемый техпроцессы, потому что когда начинают расползаться по кристаллу и фундировать, все транзисты перестают работать. Поэтому, значит, только одна компания в мире технологии это освоила, внедрила до конца компания Raphtron, потом подвела еще Fujitsu и Texas Instruments. Это военная микросхема американской техники, это планета нашей, именно на этой памяти сделана. Потому что она получается сверхнадежная по количеству перезаписи, по количеству, по той среде, в которой она может работать. Ну, то есть, вот это данные, что было там. Это данные 11 года, это важно, что это запаздывает на 2 года. Она гигантская, но 10-14. Очень невысокая перезапись, энергия перезаписи, отличная скорость, наносекунда. То есть это как раз то, чем заменяет оперативную память военной техники. При этом она остается энергонезависимой. Ну вот, в ПЭТ, когда пытаются встраивать транзистор, было множество вопросов. Еще что-то получалось, что-то нет. А потом произошла революция. Материал под названием оксид гафния, который лет 50 электроника так иначе исследовал, лет 10 уже активно и всем образом использует, обнаружили сигнетоэлектрическую фазу. То есть то, что при определенном воздействии можно перестроить кристаллическую его шапку так, что, соответственно, возможна поляризация этого материала. Первая статья появилась в 11 году, мне Тремюллера товарища. И весь 11-й год публиковался только он разными соавторами, разными группами. Журналы были приличные, хорошие, но смущало то, что как бы только один человек видел книгу, умеет это делать. Товарищ Леонид Ильич Мюллер. То есть после этого, чтобы вы понимали, насколько хорошо сейчас оксид гафния встроит технологию, то есть это именно тот самый подзаконный диэлектрик, который используется по флешке, чтобы изолировать металлический электрод от канала проводимости, от полупроводника, начиная с топологии 65 нанометров просто везде. То есть это не там оксид, бария, тантала, чего-то еще, который страшно даже звучить, переносить. А это вот не как оксид кремния, чуть сложнее, но очень дружественный материал. И мы подписали сделать то же самое для микрона. Мы подписали контракт. Когда было непонятно вообще правда ли пишет товарищи Мюллер или нет, потому что, опять же, публикация только он, и их никто кроме него не цитирует. Но вот за время нашей работы с августа этого года уже публикации другие появились. И главное, что мы повторили.
действительно, при определенном отжиге, при определенном механическом воздействии, вот наша кривулька, получается петля поляризации. То есть все это правда. И теперь, значит, с миклоном нашим методом пилота спрессии. Как вот у нас для ферроэлектрики, ферромагнетики есть. Совершенно верно, есть теоретика, да. Точно так же для сигнетовой электрики. Да. Лаборатория без теха была. Да, здесь у нас на первом этаже. Все это даже еще не опубликованы картинки. Но уже наши и правдивые. В сентябре полученные. Ну там у вас, я вижу, не только графни, там еще это циркуль. А нет, графни, да, графни надо легим, дополнительным образом. Чистый графни не работает. В него надо немножко добавить. Титан. Нет, это сами три титана, это электрода. А. Вот, нижняя. Без ошибки. Дальше. То есть сейчас вот общее резюме по прошлому пункту, что сейчас ферроэлектрическая память очень резко скакнет по популярности исследования, внедрения и параметрам. Потому что для него получили удобный материал, к которому там все привыкли уже, с которыми электроника активно работает. И поэтому следующий roadmap, который, видимо, по итогам этого года будет опубликован, будут большие изменения вот вообще в этом разделе. Следующие вещи мы выставим. Да, думаю, уже вполне. Все еще проще. Металл, оксид, металл. Все. Есть функциональный элемент, который умеет менять свое сопротивление. Управляемый резистом. Встроенный, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, никто в них до конца не понимает, как это работает. Примерно стоит дело следующим образом. Важно, чтобы оксид был не стихиометрический, то есть не насыщен кислородными вакансиями, не насыщен кислородом, чтобы были некие кислородные вакансии, то есть пустые узлы. Вот дальше эти самые вакансии можно внешним полем либо выстраивать проводящие каналы, либо эти каналы разрушать. То есть приходить в состояние с низким сопротивлением, высокое сопротивление. Низкое и высокое здесь отличаются в десятки, в сотни раз. На порядке. Выстраивать это вроде бы поверхность. Приложили поле, они сами выстраивают. Такое вот. Ну, обратно они же, получается, положительно заряжены, 2 плюс. Другим полем мы их немножко оттеснили от электроды, которым они приложены, которым приложили поле. Дальше там сама граница немножко двигается. Все сложно. Ну вот там последний обзор 2012 года в Nature, товарища Струкова, российского бюджета, один из которых в Европаку, где все двигает и открывается этим быстро заново в 2008 году. Он приложил там 4 механизма, которые трудно друг от друга отделить. Это вот влияние под полевой эффект, соответственно, когда двигается граница в целом или образуется канал, или температурный эффект, когда канал сужается и расширяется. Вот, и опять же, доходит до конца. В общем. Это разные варианты устройства или разные варианты объяснения. Разные варианты объяснения разных оксидов. То есть почти все оксиды работают, как-то переключаются. Неосвещенные. Их там тьма разнообразная. И все по-разному. У всех, видимо, немножко разные механизмы в разной степени представлены. Вот, поэтому это вот та самая физика, в которой очень нужно разобраться, потому что промышленность, когда она что-то не понимает, как это работает, нет модели по деградации, то есть нельзя поискать его поведение, если нет вообще модели, как это все происходит, воспринимает с трудом. Финансируется очень хорошо, и нас тоже финансируют. Это обратимый электрический пробой. Мягкий обратимый электрический пробой. Если говорить вот эти терминологии. Кудрение стало не ноль какой-то, подали обратный импульс, соответственно, сейчас покажу нашу как-то работу, наши результаты, соответственно, могут зубить. То есть было состояние, допустим, выключено. Было состояние высокого сопротивления, низкого кривого, дошли до 1,5 вольта, 1,8 скачок, мягкий пробой,
вакансии выстрелились, сопротивление, вес упало, скажем, 50. В другую сторону пошли, хорошо, хорошо, хорошо. Что-то начало происходить, ну, на 1-2 года все успокаивается, вернулись в систему обратно. Считываем, соответственно, на 0,5, 0,1 будет, минус 0,1 будет, чтобы было понадежнее. И различаем сопротивление. Топология схемы, один транзистор, один резистор. И пол был один, не нужен. Получается здесь, соответственно, общим образом. Площадь ячейки. Вполне прилично. Три записи. У нас лично 10 в пятой. Что мы здесь получаем? Здесь пока просто на уровне флеша. Соответственно, в мире в целом гораздо лучше. Низкий вольтаж, быстрая перезапись, отличное время хранения. То есть это кандидат как раз старт полноправной заменой тоже грамм памяти, когда до конца разберутся о том, когда кто-нибудь получит доступление за полное объяснение этого эффекта. То есть, чтобы вы понимали, что происходит, все это разыгрывается на толщинах порядка дилеток, порядка там 5-10 нанометров. То есть там уже атомы можно считать, их вакансии, там, конечно, еще десятки тысяч, но это уже так называемая мезофизика, то есть это уже не гигантский кристалл, где все бесконечно, энергозон образуется. Можно это уже запихивать в суперкомпьютер. Обычно было генерировать. Да, и это тоже нужно. И самое большое, говорит, это кросс-бар, то есть когда два металла и ячейки памяти без полупроводника. То есть таких можно на дух ставить множество между собой, достигая высокую интеграцию. Но главное что? Главное, как бы, когда считываешь один элемент, чтобы другие элементы не мешались, чтобы не было утечек по краям, поэтому необходимо все-таки еще снизу как бы, диод приспособить, причем желательно тоже без полупроводника. Тоже реализовано, допустим, на контакте шотки, на диоде шотки, металл, с другим металлом, с разницей работает. В отсутствии полупроводника трехмерность получается? Говорит, да. Нет, получается, свои получаются, еще некоторые. Вот. Но это как раз тоже, вот сейчас как раз все пытаются сделать сами селекторы. То есть вот эти вот диоды шотки хорошие, чтобы можно было адресоваться, опять же, каждому элементу без применения ключей на полупроводниках. Дальше. Мультибитный мемористор. Вот это вот то, что даже мы смогли сделать, соответственно, общим образом, то есть множество страниц сопротивления. Не два, а так вот. Ну, еще не то, что, конечно, совсем плавно, континуум, но там 9 состояний на прямой ветер, 16 на обратной. Более-менее воспроизводимо. Континуум как раз, наверное, плохо, потому что цифровая архитектура. А вот смотря для чего. А теперь мы переходим к третьей части рассказа про негомовные вычисления плавно. То есть дальше, то, что явно будет реализовано, не знаю, через сколько лет, это мультибитная запись в одну и ту же ячейку. Вряд ли будет у нас там за десятком состоянии. Ну там 8 состояний, 8 раз увеличивают нам плотность записи информации. А за счет чего там получается несколько значений? Что бы кто знал? Если этот канал, если говорить грубо, если пытаться сделать вид, что я могу объяснить этот ответ, то я объяснял таким образом, что канал точно разный. Канал точно разный получается. В этом случае там плюс замечательно, все, другом нет. Но по их еще очень просто. Судя по скорости всего, там вообще туннельный эффект происходит. Толщина совсем не. Как-то не особо звучит, что вы говорили, что во сколько там нет, есть каналы, нет канала, там во сколько? 50 раз сопротивление? Угу. А один канал или два канала, это всего лишь два раза. Ну, в общем, можно легко эту позицию критиковать, я понимаю. А вот это приду объяснить, пока. А два или три это уже в полтора раза. Совсем уже мало. Ну, в общем, Nature с удовольствием привлекает какое-то подобное публикации о механизме этого явления. Только их мало.
Теперь по гигамовкам исследований, куда вообще все облизываются. Суперкомпьютер Юджин, который как раз обыграл эту лотерею. Давайте, Руслан Саксельман играет. Своя игра. Вот, своя игра. В американском варианте он как раз обыграл людей, выиграл самым вводом стативной памяти и прочие вещи. Только эта штука весит тонны, кушает мегаватты, обладает там большим количеством процессоров, работает на гигабитах. Ну и да, это сравнилось в каком-то аспекте с тем, что весит 1 килограмм, играет 100 ватт, работает на 10 герц. И то. 100 ватт, кто бы ты говорил? Мозг. Говорит. Говорит? Да. Но вряд ли больше. Там человек в целом на зарплату делает. Я понимаю. Ну что, это оценка скорее сверху? Ну это если думать. Если думать, если не думать, то наверное и меньше. Ну если думать или не думать, там, конечно, разница существенная, но все-таки если 100 ватт, то это вскипит. Вскипит? Хорошо, там еще ссылки я внизу не влезла Стукова, он в 2010 году написал, в 2011 году, публикация. Ну, пустила, даже нынче, да. Вот. И, соответственно, задача произвольной идентификации образа, которую решает любой ребенок, там, мука и прочее, это там доля секунды, а с точки зрения современного программированного пространства, она до сих пор не решена. Лицо решили. Разложим задачи в другом варианте, то есть перекуматируем, что есть там глазки, ушки, есть контрольные точки, и задача параметризации по-другому. В принципе, уже решили, что там компьютер вас может узнать без паспорта. А вот произвольный образ... Что значит произвольный образ? Понять, что это табличка, это колонка, это лампочка висит, это, вот, соответственно, стол, стул. Это компьютер это вообще не может. Совершенно верно. Это вообще не может. А мы можем. И потому что можем. Почему? Но тут дело не только в быстродействии, не только в количестве. Совсем не в этом. А дело в приемной информации, наверное. Вот в этом различии, как вы видите. 10 в 11 и 10 в 5 классов. Ну, вообще говоря, задачи по-разному ставятся. Вот с компьютером процедура выделения сигнала из шума не определена. А вот здесь она определена. Вот сейчас я попытаюсь, насколько я дилетант по вопросу изложить это дело, вы меня будете поправлять. Потому что мозг у нас работает совершенно по-другому, чем компьютер. Это параллельная обработка информации, причем такая, говорят, ассоциативная. Поэтому надо понимать, опять же, тоже, что никто до конца не знает, как работает мозг. Сейчас вот как раньше был понять большой происход иного человека. Сейчас есть понятие коннект. По расшифровке и составление полной карты связи человеческого мозга. Пока дошли до червячка, сейчас переходит к муху. Высшие приматы это где-то там вот там за горизонтом. Ну вообще у разных мух картины разные, даже одна выглядит. Я понимаю, но геном тоже разный, но как бы есть общие. У меня это попадало, что есть общие карты, там просто расписали. И еще да. Она состоит буквально по клеткам, причем не только нервную систему, а ее целиком. Ну вот совершенно верно. Так это... Но это только для одной нематоды. Другая нематода, она не та. Что то есть все-таки общее? Ну общее есть, да, но не та. Нет, но нематоды этого вида, они из одинаковых клеток состоят. Дальше вопрос, как опять же, а действительно мозг связи физически образует новые, или это перепрограммирование весов текущих связей, я не знаю. Мозги действительно по-разному устроены. Ну, вообще, с точки зрения физики, видимо, образует, потому что травмы в какой-то степени да, с разрушением мозга, они каким-то образом частично компенсируются. Да, потом восстанавливаются. Ну, наверняка. Какие-то функции восстанавливаются, может быть, не в полном моменте. Так вот. Классы, которые задачи, которые решают нейросети, то есть то, что пытаются сделать моделируя работу нейронов, я еще буду дальше позже, это как раз распознавание образа, аппроксимация функций, кластеризация данных, анализирование иных видов. Пытаются решить на основе... Причем там, где их очень не
математически простой модели нейрона, которая представляет себя сумматор и пауковую функцию. Я боюсь, что это не совсем адекватная модель. Абсолютно неадекватная модель. Просто степ-бай-степ, надо что-то начинать. Вообще, хотелось бы начать немножко с другого конца, потому что все-таки живой организм – это единая система, которая по определенным законам живет. В данном случае понятно, что всем ясно, что модель неадекватна живому нейрону, но с другой стороны, практика показывает, что если из таких моделей делать реальные устройства, то и Эти самые распознают текст погоды вот, на основе этих алгоритмов. Конечно, если перед этим программист, который представляет собой живой организм, в какой-то степени решит задачу о выделении сигнала из шума. Конечно, да. Но тем не менее, вот основан на этих вот модельках алгоритмов распознавания образов в виде текста, печатных, ну, фамилиям, все, надеюсь, форумным уже попользовались. Или даже цензурным. Вот. Оно, они работают. Это простая вещь. То есть основано на том, что у нас есть множество нейрончиков, которые как-то возбудились, то есть множество. Мы пытаемся обработать информацию сразу, то есть букву распознать, обрабатывая поле целиком. Самый примитивный вариант, который вообще не вытащит в действительности, но как-то понятен. Если здесь вот так вот пошли пятнышки, то это, не знаю, наверное, буква S. А если пятнышки пошли в другом месте, это другая буква. Типов нейронных сетей множество разных. И главное в них, что у нас необходимо большое количество связок между этими самых узлов. Причем связи в организме, которые должны сдаваться веса. Нет, вот мое замечание, можно я резюмирую? Да. Вот в этом случае совершенно необходима вот модель живого организма как единой системы. Модель стабильной неравновесной системы может подойти. Вот, и смотрите, сейчас, значит, дальше. Почему, значит, то, что я говорил до этого, мы мысли не годятся? Потому что мозг работает по-другому. У нас нет разного набора напряжений. Напряжение одно и то же, я забыл количество. И все это управляется последовательностью частоты возбуждения. Импульс пошли чаще, там еще один химический это факт. Вот, соответственно, связь активировала, связь весово изменила. То есть это действительно динамическая неравновесная система. Но некоторые оксиды так себя и ведут. То есть мы предложили один и тот же импульс, управляющий те самые там наши логические 2 вольта. Ага, ничего не влезло. Ну, будем костики работать. У нас состояние перешло в тренировочное состояние. Приложили быстро, в течение там, нескольких секунд. А можно, наверное, выйти из режима презентации, да, тогда выйти. Пока это поздно. Да, вот. Предложили то же самое движение еще раз, в течение короткого времени, относительно. Перешли в другую ветвь сопротивления. Состояние изменения еще раз и так далее. Предложили в обратную сторону, также пошли спускаться вниз. Но через несколько минут оно само все рассосется. Пока. Нет, ну это так называемая распределенная логика, да? Принципе... Ну это так называемая это самое, spike-independent plasticity, такое поведение, которое как бы как раз описывает поведение биологических нейронов, потом должна была эта искусственная система, которая пытается их реализовать. Вот. Но иное дело, что есть важно, все в динамике. Важно все в динамике. Статика не имеет смысла. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что вот конкретная модель работы нейрона тут особого значения не имеет. Но это способ реализовать некое распределенное логическое устройство. Да. Да. Способ там, задать аппаратным образом раз и сами. Вот так. Ну, да. Если это опять же кому-то говорит, кто читал кнут из списка программируемых. И опять же, то есть на некоторых оксидах это все реализуется на мыслях. И вот поэтому совсем все вкладывают безумные деньги и усилия в это направление. Почему? Потому что даже обладая разрешением на уровне 100 нанометров элемента,
и упаковка транзисторов соответствующей, 10⁸. При реалистичной количестве слоев мы получаем те самые 10⁻ степени программируемых связей между объектами. То есть технологически видно, что возможно реализовать систему вычислительную с такой же плотностью элементов, такой же плотностью связей, как биологический мозг. По идее, как только его сделали и запустили ультрасигналы, он начал как-то шевелиться и думать. А что в них есть? После система стала достаточно сложной. В общем-то, это делаем все у нас. Все у нас хорошо. А то, что у нас будет новое, уже закуплено, я в Японии это буквально принимал, поэтому я не был у вас в лабе семинара. Это литограф с гарантированным разрешением меньше 7 нанометров. То есть это вот то, что я своими руками сам там достиг. Спасибо за внимание. Приглашаю на экскурсию. Единственное, как бы прямо сейчас это вести ее не готов. Предлагаю всем взять координаты, мне списаться или созвониться, и с удовольствием вам все покажу. Вопросы, пожелания, предложения, пояснения. Да. В общем, мы будем рады, когда вы к нам придете и дожмете физические модели происходящего до конца. Кстати, говоря, что тут ходит лист для записи присутствующих, можно этот лист пустить по второму кругу и предложить тем, кому интересно на экскурсию, там галочку такую. Здесь 90% наверное, по физике, так что мы с ними еще встретимся. А в теории плотность упаковки нейронов в мозгу является максимальной? Нет, там-то дело, там куча мест. Там куча мест, то есть природа вообще как бы не заморачивается миниатюризацией. И всех обгоняют. Вообще-то, по-моему, не встречалось у биологов утверждение, что вот природа все-таки миниатюризация заморачивает. Да? И какие-то достижения в миниатюризации были, скажем, при переходе к человеку. То ли, ну, я точно не скажу. Ну, скажем так, от кого? Микрометры. То ли в плане толщины аксонов, то ли вот... Да, только это толщина аксонов по-прежнему микрометры, десятки микрометров. То ли в размерах нейронов. А не наши там нанометры, десятки микрометров. При переходе к человеку от кого? От обезьяны вряд ли. Может быть, даже от обезьян. Нет, может быть. Но дело там микрометровые масштабы. Микрометровые. А не то, чтобы человек уже нанометры ковыряет и вроде как ковыряется. То есть это то, что... Там на самом деле этапов обработки сигнала достаточно много. Тьма. Это задача аграфов с разными весами? Да. Это как аппаратно это реализовать. Совершенно верно. Это механизм, как это сделать. Как эту систему построить граф с разными весами, поэтому мы будем дальше находно отпускаем информацию, и оно замечательно классифицировалось. Как вариант. То есть сейчас вот нейронные сети ровно так и делают. Только это все эмулируется. Граф заносится в память компьютерного. Чеки считываются с классическим образом состояния, перезаписываются, еще чего-то. То есть симуляция. Ну как? Не знаю, опять застали вы или нет. График вначале был дум, который такой весь плоский и весь в пикселях. Потом появился аппаратный ускоритель, который тоже самое решали специальные микросхемы. И все стало гладенько, быстро и красиво. Вот эта задача сделать аппаратные ускорители для задач классификации и тех, кто с ними готовы к ним сводиться. Кстати, эта задача довольно давно была сформулирована, и попытки решения с помощью всякой там ассоциативной памяти. Это было чуть не в 60-х. Совершенно верно. Это третья или четвертая волна этого варианта. Даже мы мысли были в том плане на буквально электролитах химических, которые вот те самые мостики буквально прорастали, как в поросе растет вот, кристаллизация. Раньше это называлось какой-то ассоциативной памяти. Да. Всегда все по спирали на новом техническом развитии. И когда-то хватает как бы и математического аппарата, внимания физики, технологической возможности, чтобы это дожать до продукта. А так? Сейчас неизвестно, но скорее всего это дожмут уже как-то. Все-таки 50 лет прошло.
Почему мембристоры используют DRAM хотя бы? Ну, где? Грамма где? Ну, вообще? Вот, вы же говорите, чтобы нейронные задачи решать, как мозг, все используют мембристоры. Сейчас какой? Сейчас используют память, построенную на DRAM обычно, которая не независимая, которая эмулирует. Если он говорит, чтобы реализовать один весовой коэффициент, какой-то записать длинный, необходимо множество этих самых диалог, потому что не хватит одного бита, чтобы его писать 0,1. Нужны плавные варианты, то есть нужны гигантские массивы. Угу. То есть это та самая программная реализация или аппаратная реализация, процесс строителя. Процессор тоже мог еще графику. Только медленно это делает. И здесь то же самое, описывая гигантское количество связей между собой, когда каждая связь у нас вес записан в ячейках памяти обыкновенных диалогских, да еще есть прям повезло, если они в одном блоке есть. Сравнили, еще что сделали, пойдет много времени, много тактов процессора. А здесь мы купили электрический сигнал, и все. Мы должны за один такт. И все вышло само. То есть вот те, кто в этом проявился наиболее, они там свой логотип, там 100 на 100 пикселей, распознали за один такт. То есть у них был обход, подали, и в конце лампочки загорелось там зеленое. Подали другой, загорелось красное. Не он. За один такт. Фантастика. Приглашаю поучаствовать? Нет, в реальности пока тактов там 10-15. А, всего циклов? Потому что это эмулируется на... Нет. Вот то, что я говорю про один образ, это как раз вот публикация этого года. Вот компания Crossbar Technologies, так называемая. Вот они такие рекламные говорят вот свою штуку. То есть они вот сделали матрицу аппаратную, которая умеет распознавать одну картинку, их собственный логотип. Но за один такт. Вот сейчас вот всякие вот аппараты рекламируются, которые сами определяют, где там в кадре лицо. Ну, Google объект сегментации, это уже я пытался этим заниматься на втором курсе, когда Филипс работал. Там тоже какие-то нейроморфные вычисления, или это как-то делают более примитивно? Трудно сказать, скорее всего, да, то есть нейронные сети простые реализованы, а главное, как с лицом человеческим. Искусство человека стоит в том, что задачу переформулировать. Не искали лицо узнавать, оставили там. Считать расстояние между 10 точками контрольными усами, соответственно, у кого есть, глазами, ушами и так далее, и стало решаться. И в целом хватает. Да, там это не настоящее познавание лица, это работает, то есть это технология идентификации объекта, похожего на человеческую голову. Причем даже если это, собственно, не голова, все равно на нее довестись стоит. Да. Кстати, вот даже вот при исследовании того, как опознается лицо настоящего мозга, там определялось, что, скажем, младенцу вместо лица можно подсунуть там маску, там овал, и на нем буква Т. И он как бы... Ну вот, видимо, да, видимо, нос, он уже, нос и брови, наверное, он уже выделит как-то. Пока совсем маленький. Палка, да. Глаза там брови, вертикальные, там нос там рот. На самом деле, если одновременно с маской начать делать, по оказанной маске начать делать какие-то операции, он через некоторое время будет считать, что маска и лицо и есть. Ну, да, а лицо это непонятно, да. Что. Совершенно характерно кормить там, качать и так далее. Но это что вот это вот примерно такая структура лица, она вот от рождения распознается. Понятно, что как, по мере того, как человек развивается, эта модель уточняется. Вот, да, слава. Вот. Так что, коллеги, еще раз приглашаю участвовать. А можно организационный вопрос вот по поводу экскурсии? Да. Расскажите вкратце, что на ней будет. И вот с нанотехнологией, понятно, было в письме, я так понимаю, вы там работаете и, собственно, оборудование туда закупаете. Да. А расскажите, ЦКП – это центр корпоративного пользования. Чего-чего? Коллективного пользования? Коллективного пользования, да. А это тоже ух, самое. А что это такое? Расскажите. Или это одно и то же? Это одно и то же. Понятно. Ну, тогда первый вопрос, собственно, что покажете? Оборудование, расскажу, как оно работает. А много людей работает на стол? 6 кандидатов наук, там 6 аспирантов, несколько докторов, ну, там человек 20 наберется с технологиями и так далее. Они образуют несколько групп? Ну, как сказать, когда несколько, когда одну. А. Вот так вот. Ну, тогда было бы интересно вообще попасть к вам на курс, на самом деле, подскажите, когда она будет, потому что я не из вашей группы физики. Нет, я понимаю.
пишите, звоните, то есть я хорошо. Не готов ответить даже прямо сейчас. Но вот лучше тогда написать, потому что я тогда отвечу, когда вот это лучше сделать. Спасибо. Лучше всего сделать. Спасибо. Кстати, я тоже давно обещал, он так не сводил. Еще на экскурсию, так как он мотивировал сдавать знания по физике, математике и так далее. А еще один вопрос, догонку короткий. Вот вы сказали, ЦКП – это центр коллективного пользования, да. А кто-нибудь кроме вас пользуется оборудованием? Да, пользуется. Да. То есть другие лабы записываются, приезжают? Да. Интересно. Спасибо. Ну, не смею больше задерживать. Тем более нам еще лабы сдавать.